Всем привет, ребята! И вы на канале Kids Game Show TV. И продолжаем играть в игру Том и Джерри. Мы уже в спальне. Давайте-ка зайдем и посмотрим, где же мы с вами остановились. У нас с вами 5-я комната. Ребята, вот он наш мышонок. Ого, сколько тут у нас сыра. Да, мне просто будет. И перчик везде есть. Ну, надеюсь, мы справимся. Коты нас не поймают. Где же эта красная дверь? Ай-яй-яй, только я ее нашла, и кот нас тут уже схватил. Ну что ж, первая попытка неудачна. Ничего, сейчас мы справимся. У нас тут есть наш дружочек-песик, мы его обязательно применим. Ребята, кто скучал по Тому и Джерри, поставьте лайк и напишите в комментариях, сколько таких поклонников. Так, осторожно. Пробираемся, Том нас пока не замечает. Хорошо, что хоть у Тома поменьше ловушек. Ай, заметил? Все, потерял. Где Джерри? Где Джерри? Нет, Том, Джерри. Джерри ушел. Собираем сырочек. И давай-ка, Джерри, выходить. На Джерри чем-то напоминает игру мышка-воришка. Тоже у нас тут любитель сырочка. Ага, куда же нам мы еще пойдем? Осталось у нас два кота-проказника. Так, все, с ним мы легко разобрались. Применили нашего друга песика. Ой, какой вкусный десертик. Все, схватили тортик. Так, еще что ли песика взять? Сейчас они в себя придут и будет им сюрприз. Все, наш песик пронесся по всем котам. Всех котов облаял. Они просто в шоке. Так, где же вышли? Сюда. Теперь давайте вот в красную зайдем. Так, Джерри, тут нужно быть предельно осторожным, чтобы кот нас этот не схватился. Он пришел в себя. Ой, а перец забыли. Все, спрятались в вазу. Но пока мы там просидим, действие этого перца-то у нас закончится. Да. Ага, не поймал ты нас, котяра. Все. Ой-ой-ой, как же далеко это выход. Я надеюсь, по времени мы успеем. Успели. Зайти ему в дверку. Чуть-чуть нас кот не схватил. Ух, проказник кот. За это ему наказание. Шишка на лбу. Ладно, давай, Джерри. Даже пойдет Том. Спрячемся вот этот кустик. Как вы думаете, ребята, это кустик или кексик? Напишите в комментариях. Мне кажется, это и кустик, и такой кексик с зеленым кремом. Ну что, мы прошли. Мы потратили время. 3 минуты 19 секунд. И у нас 3 звезды. Молодец, мышонок. Отличненько. Теперь пойдем в следующую комнату. Так, Джерри. Сколько тут у нас котов? 3 кота. Да. Ай-яй-яй. Догоняет, 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 догоняет. Бац! Готово. Заработал себе шишку. Так, а ты себе? Эх, нет, этому не получилось шишку заработать. Так, спасибо, наш верный друг песик. Так, забираем из-под носа у Тома сырочек. Ох, после перчика мы такие медлительные стали. Аккуратненько. Ой-ой-ой. Так, коты, вы что там, пообалдели? Так, давай-давай. Бац, еще разочек. Так, все коты заработали себе звездочки. Молодцы, котики, 5 баллов вам. А мы поднимаемся выше. Ой, у нас есть там вкусная награда. Вкусный десертик. Бац, еще разочек. Какие-то коты невнимательные. Давай-ка последняя головка сыра. Ой-ой-ой, и у нас там рядом выход. Вышли. Вот это да, мы уложились с вами за 1 минуту и 2 секунды. Ну что, ребята, пойдемте с вами дальше. Следующая у нас 7-я комната. Она у нас какая-то огромная. Давайте посмотрим, что тут у нас будет. Так, у нас тут уже 4 кота. Ну разве так можно на одного маленького мышонка столько котов? Где, где, где дверь? Вот она, дверь. Так, кот не заработал себе шишку, да? Ладно, ладно. Да что ты к нам привязался? И то... Да что вы, котики, с ума сошли? Так, давай-ка, давай-ка, хопа, спрятались в кустик. Не умеешь ты мышей ловить, даже на запах
Мышей не идешь. Так, черный от нас отстал. Походу, шишку он серьезно набил, даже потерялся немножко. Не заметил нас. Так, где мы будем, где? Выходим, песик обгавкали. Ой-ой-ой, сколько же тут ловушек из одной головки сыра. Ой-ой-ой, вот мы и попали в одну из ловушек. Ну что, попытка номер два. Теперь постараемся быть тут поосторожней. Нам много нужно быть осторожней, потому что такой-то у нас тут непростой есть уровень. Есть такая комната, где одна головка сыра. И много ловушек. Интересно, кто ж просверлил пол? Что ж это был за герой? Хорек или суслик? А может хомячок? Хотя хомячки, чтобы не помнить, чтобы дыры точили. Ладненько, кушаем сырочек, кушаем. Ага, Том нас заметил, да, Том? Сейчас постараемся мы для вас, Джерри. Все, ой-ой-ой. Чуть-чуть нас не трескал, чуть-чуть. Так, приняли шляпочку. Какие мы теперь прекрасные невидимочки. Главное, что коты не замечают. Это самое главное. Ребята, а вы видите Джерри? Так, давайте-ка с песика начнем. Ой, Джерри, давай тут поосторожнее. Так, продвигаемся мелкими шагами. Давай-ка, все. Давай, выходите, вышли. Ой, главное, чтобы Том себя не пришел и нас случайно не слопал. Так, Том смотрит по сторонам, но не в нашу сторону, не в нашу сторону. Отличненько. Ага, все. Мы уложились за 2 минуты 17 секунд, и у нас с вами 3 звезды. Мы просто умнички. Пойдемте с вами дальше. Следующая у нас 8-я комната. Но она у нас на карте поменьше. Посмотрим, насколько она будет меньше. Что-то мне кажется, она не намного и меньше. Но, может быть, зрение меня подводит. Так, давай-ка. Бат! Ты у нас попался в ямку. Наверное, вот и ловушка пригодилась. Кексик, вкусный кексик. Жизнь даже есть. Берем. Так, давай-ка. Лопаем сырочек. Так, что же у нас там выше? Надеюсь, коты нас тут не поймают. Так, увидел нас Том, несется. Все, потерял. Тома, ты нас потерял. Или как же ласково назвать-то Тома? Тома, Томилио. Даже не знаю, ребята, как вы думаете? Напишите свои варианты в комментариях. Так, давай лопаем сыр. И остался у нас последний кусочек нашего сыра. Вот этот у нас бонусный на баллы пошел. Так, перчик для скорости. Так, нужно успеть так, чтобы кот нас не поймал. Успели! Не хватил нас кот. И мы прошли этот уровень за 1 минуту и 1 секунду. Вот это время. Ребята, поставьте лайк нашему мышонку, не жалейте. Ну, и у нас следующая, предпоследняя, 9-я комната. Так, Том. Ты у нас тут, вот она, Джерри. Лопаем, трескаем сырок. Угу. Есть шляпа-невидимка, давайте ее тоже возьмем. А то у нас тут котов-то немало. Так, 3 кота. Ну, всегда 3 кота, редко бывает 4, а в основном их 3. Есть даже дополнительное время. Ой-ой-ой, если даже и время дополнительное есть. Наверное, нам долго придется проходить этот уровень. Бац! Котяка, посиди там, починей. Заметил, несется сюда. Скорее, да песика нужно. Скорей! Ха-ха! Не успели вы до Джерри добраться. Так, мышеловочки обходим. Так, берем еще бонусный кусочек. Эх, у вас спрятались, выходи скорей. Потеряли мы наш перчик. Медленно пробираемся, пока коты в шоке. Звездочки считают. Ого-го, это прям рекорд. 55 секунд. Получается, что мы зря брали дополнительное время. Вот это мы шустрики. И переходим на последний, на 10-й уровень. Ой-ой-ой, да. Тут вкусняшек, конечно, много, но и... Я бы сказала, ловушек тоже немало.
Так, давай-ка удираем от кота. Все, получили коты. Так, давай-ка, Джерри, что у нас там ниже? Так, главное, в мышеловку не залезть, а то вдруг мы случайно с кусочком сыра перепутаем. Снова взяли дополнительное время. Так, перчик для ускорения. И еще, если не ошибаюсь, у нас там... Ай, кусок сыра. Все, схватили. И у нас там еще с вами был песик. Так, давай-ка, Джерри. Все. Наш песик вдруг разобрался с этими котами. Так, обходим зеленые пятна. Так, ускорение это, конечно, дело хорошее, но главное тут не пострадать. Ага, несется за нами Том. Куда бежать, куда? Все, пробежали мимо черного кота. Том заработал себе шишку. Сиди, Том, отдохни, посчитай звездочки. А мы уже собрали весь сыр. Пока коты там были без чувств, мы их, можно сказать, ограбили. Так, сюда идет кот, да? Ага, разворачивайся давай. Все, и на выход! Отличненько! Мы потратили 4 минуты 30 секунд. Ну что, ребята, на этом я с вами прощаюсь. И у нас разблокирована новая комната. И что это у нас будет? Давайте посмотрим. Это у нас погреб. В погребе много мышей. Ну, ребята, выбирайте, что будете смотреть дальше. Не забывайте подписываться на мой канал KissGameShow TV.